ответить на мои некоторые вопросы. Вы согласны? Так, ну я к вам буду подходить, не пугайтесь, давать вам микрофончик, вы будете отвечать. Договорились? Ну вот, чтобы далеко мне не ходить, девочки, глазки так опустили сразу. Скажите, пожалуйста, какой твой преподаватель в школе искусств самый любимый? Елена Петровна. Елена Петровна. Фамилию? Рябинская. Рябинская. Очень хорошо. Елена Петровна нашу все любят и знают, да? Какой твой любимый преподаватель в школе искусств? Шевченко Лидия Семенова. Очень хорошо. Какой твой? Рыжкова Наталья Юрьевна. Татьяна Васильевна. Очень хорошо. Все ваши преподаватели. Кто еще хотел? Кузя Ивана Владимировна. Я не могу любимого выбрать. Ну, называй всех. Покуса Ивана Владимировна, Рябинская Ольга Ивановна, Афиногенова Людмила Леонидовна, Сарычева Елена Васильевна, Игнатова Татьяна Васильевна. Ого! Больше всего запомнились уроки с преподавателем. По какому предмету, с каким преподавателем? Какой преподаватель? Перегельской Галины Борисовны. Так, хорошо. Вот я сейчас до Ксении дойду. Ксенечка, что запомнилось больше всего за время учебы и о чем ты будешь вспоминать? Конечно же, я буду вспоминать любимую учительницу Ольгу Александровну. Конкурсы. Хорошо, конкурсы за твоими плечами хрупкими, да? Очень много. Много побед. Да, все ты будешь вспоминать. А что такой конкурс самый запомнившийся? Конкурс Польши. Я не помню, как он называется. Мы ездили года два, наверное, назад. А город какой, не помнишь? Краков. Красочек. Да, хорошо. Родители вот, преподаватели, я сейчас так вот немножечко чуть-чуть к ним подойду. Наталья Юрьевна, ну скажите, пожалуйста, что же вы можете сказать о своих выпускниках 2018 года? Уважаемые наши выпускники, дорогие мои девочки, вы у меня самые любимые, самые красивые, самые талантливые, в общем, самые-самые. Я вас очень люблю. Спасибо, Наталья Юрьевна. А у меня Александра, выпускниках. Я хочу сказать, во-первых, то, что очень сложно расставаться каждый год. А в этом году это неимоверно просто сложно. Надеюсь, вы будете заходить к нам в гости и не забудете. Никак. Каждый день. Спасибо большое. Вы услышали, ребята, да? Ну, теперь немножко помучаем ваших родителей, да? Давайте. Так, вот я захожу на территорию родителей. Вот вижу мамочку прекрасную. И хочу спросить у Городнянской Валерии мамы. Какое произведение из репертуара вашего ребенка больше всего вам запомнилось? Очень сложно сказать. Какое это может быть? Не нравилось и запомнилось. Нет, все произведения действительно довольно были подобраны по темпераменту моей дочери, и она прекрасно их исполняет. Конечно, не сложно воспроизвести непосредственно автора музыкальных произведений, но я знаю, что они, любимые моей дочери, прекрасно играются и дома. Да, я думаю, и будут все время вспоминаться. Да, однозначно. Так, ну еще такой же вопрос можно я задам? Какое произведение из репертуара вашего ребенка вам больше всего запомнилось? Ой, это первый класс «Василёк-Василёк», мой любимый цветок. Просто это было от души. Хорошо, ну у папы спрошу. Какой экзамен был самым волнительным для вашего ребенка? Экзамен не знаю, песню знаю, «За окнами дождь». Вот. А экзамены какие сдавали ваши дети, скажите? Выпускные. Даже не знаю. Мама, отвечай.
кто узнает? За маму это знает. Экзамены какие? Да. Самый волнительный, который сдавал ваш ребенок. Я за своего ребенка вообще ничего плохого не могу сказать. Он все замечательно, а одни пятерки как бы сдают, и вообще проблем нет. Волновался, чего больше всего переживал? А, когда мы получили гран-при. Понятно. Очень хорошо. Спасибо большое за прекрасные ответы. Мы продолжаем наше вручение свидетельств. Приглашается на сцену. Так, еще музыкальный номер у нас.